Польша сегодня закрыла свой пункт пропуска «Бобровники». И теперь, чтобы проехать из Беларуси в Польшу напрямую, можно только через Брестскую область. Уже ночью к погранпереходу Брест начали прибывать машины на гродненских номерах. С той стороны, благодарные за безвиз поляки не сдерживают эмоций. Варшава своих людей запугивала, угрожала, отговаривала. Осталось только наглухо закрыть все варианты попасть в нашу страну. Дальновидность нашего президента сыграла на опережение. В ответ поляки выстрелили себе в ногу. Наши корреспонденты узнали, что происходит на белорусско-польской границе. За полчаса до официального закрытия пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» с белорусской стороны заметное оживление. Несколько десятков автомобилей въезжают на территорию в надежде успеть попасть в Польшу. И если белорусские службы оформляют документы за считанные минуты, коллеги из соседней страны не спешат открывать шлагбаум. Причем даже для своих. Белорусский безвиз давно не давал спокойно жить польским властям. Так почему же не закрыть границу? Для них это гораздо хуже, потому что родственники ездят. Мы фактически один народ, должны как-то общаться, ездить друг к другу в гости. Как-то так должно быть. Политика не должна нас касаться. Здесь живу не рядышком. Мне очень удобно сюда было переезжать. А сейчас, через Козловичи, наверное, ездить будем. Причем ситуация возмущает не только белорусов, но и жителей Польши. Этому правительству нет дела до простых поляков. Дуда и Моровецкий заступаются за Зеленского, Почебута и всех остальных. А то, что люди от этого страдают, в очередях стоят, им плевать. Я езжу в Беларусь раз в неделю, у меня здесь родственники, и чтобы купить топливо. Теперь это будет невозможно. В Беларуси посадили нашего шпиона. Это правительство... А страдать будем мы. За один день такие дела не делаются. Надо предупреждать заранее. Хотел бы посмотреть, кто это действительно придумал. Водителям большегрузов пришлось тоже поменять свои планы. Многие уже успели оформиться на белорусской стороне. И вот красный свет. Поляки развернули даже те, кто въехал на нейтральную территорию. Ну, это все негативно скажется на обстановке, и на движении, и на нашей работе. Мы и так в коллегах стоим. По двое, по трое суток, сами понимаете. Это не так просто. Вот. И сейчас это все, соответственно, другие пункты пропуска будет. Все перенаправлено. Так что. После того, как «Бобровники» закрыли, в белорусском пункте пропуска осталось около 40 оформленных грузовиков и 60 легковушек. В зоне ожидания более 200 фур. Все они получат разрешение, чтобы пересечь границу в другом пункте пропуска. Некоторые люди хотели успеть пересечь государственную границу до времени, объявленным Республикой Польша, а закрытие в одностороннем порядке пункта пропуска «Бобровники». Конечно, это немножко повлияло на нашу деятельность, но мы были к этому готовы. Сил и средств у нас для этого хватало. Естественно, государственная граница не может остаться неохраняемой. Мы будем продолжать охранять государственную границу. При этом мы, конечно, примем меры для усиления других направлений, перенаправим наших сотрудников в другие пункты пропуска, где осуществляется пограничный контроль и граждане пересекают государственную границу. Первые водители из Гродно приехали в Брест уже этой ночью. В неприятную ситуацию попали 20 пассажиров рейсового автобуса Гродно-Варшава, которым пришлось проделать круг в 180 километров. Екатерина Танана едет с пересадкой во Вроцлав и переживает, что, скорее всего, не успеет на поезд, билеты на который купила заранее. Шокировано, потому что Польша всегда как-то заранее предупреждают там за 2-3 дня, а тут как бы за сутки, даже меньше, чем за сутки. Непонятно, как транспорт будет, то есть, соответственно, в Варшаве мы будем вечером поздно. Хорошего мало, я не знаю, что будет, как бы, сейчас как бы это очень долго, а дальше будет, наверное, еще больше ждать. Сейчас здесь, в принципе, с 7 утра сколько, вот уже 6-7 часов получается. Мы ожидаем увеличения пассажиропотока. Вместе с тем, и сегодня пункт пропуска работает не на полную силу. При пропускной способности 1700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки, за минувшие сутки, к примеру, сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств. Большие машины ожидают и в пункте пропуска Козловичи, который работает для большегрузного транспорта. В канун новогодних праздников очередь из фур растягивалась на 30 километров. Водители были вынуждены сутками жить в кабинах. Закрытие пункта пропуска в Бобровниках может спровоцировать похожий коллапс. Первые водители, которых развернули в Бобровниках, уже подъезжают к погранпереходу Козловичи. Дальнобойщик из Кыргызстана Геннадий Дубский уже почти месяц в дороге. Но путешествие придется продлить. Граница закрыта, и вернули сюда. У меня и туда была выбита электронка, но не получилось. Пришлось вернуться сюда.
По прогнозам пограничников, машинопоток на белорусско-польской границе может увеличиться уже на следующей неделе. Ведомство к такой нагрузке готово. Мария Тройнич и Юрий Корнилович, агентство «Отдельных новостей».